Всем привет, уважаемые крысоманьяки, подписчики и зрители канала Громогон. С вами снова Рос, и, собственно, сегодняшнее видео — это видео с показом обещанных девочек. Правда, Мальва мне тут сказала, что я слишком много сюсюкаюсь, поэтому выпуск будет очень серьезный, кровь, кишки и расчлененка. Я дико буду серьезный. Что видел ты, ты видел рай, богатство и сломанье. Первая, собственно, девочка. Вот я прям даже вот так вот ее покажу. Вот у нас тут пятнышко целовательное. Не сюсюкаться. Целовательное пятнышко у нас тут. И, собственно, с этими девчонками будет небольшая проблема, потому что они у нас еще не сильно привычны к выгулу, и плюс я здесь ничего не положил. Поэтому мы будем бояться. Та! Сать, побегать. В карман. Правильно. А чего бы и нет? А почему бы не в карман? Не, папу мы знаем. На папе не страшно. Диван страшный, пап, не сюсюгаться. Остальные, как бы, девчонки здесь, сейчас попробую их тоже выловить. Благо, вроде как, полегче будет. Это у нас капюшон толстопопый, да. Красивый капюшон, чем-то она мне, кстати, на Рену очень похожа. Нет, на Сири, на Сирену она больше похожа. У Рены здесь разрыв полосы на спине. Так, следующее. Вот тут шило в попе носится у нас. Я же сказал, шило в попе, да? Иди сюда, попа. Чё ты попой-то повернулась? Морда, повернись мордой. Не хочешь? А чё так? А кого я уже показывал? Я забыл. Это вот, которая не похожа на сирену. Да, это вот девочка. Ну, вы поняли, да? Девочка красивая, пузико беленькая, крутить ее не буду, вертеть. Посмотри в камеру, скажи всем «Привет!» Нет, не попой, лицом. Ну, какой-нибудь частью тела посмотри в камеру, да не надо меня нюхать. Ну, ты, может, слезешь, нет? Давай, вот туда, да. Кого я что-то не показал-то? Лизать. Папу лизать. Ну, собственно, от пацанов в этом плане они не сильно отличаются. А, они отличаются, но кусать. Да, противная рожа. И хасечка уфастая, лопоухая. Девчонки, они такие более наглые, что ли, не знаю. Да? Ну, давай, Хасёныч, давай я тебе покажу крупнее. Нет? Не показывай, ты не хочешь? А почему? Хочешь папу тянуть куда-то? А что ты меня туда тащишь? Ты понимаешь, мне так снимать неудобно в наклоне? Не, нормально, говорит, да ну нафиг, иди сюда. Ой, напугал. Вытащил крысу, крыса против. Вот так вот. Когда имеешь дело с крысами, вот, чтобы крыса упала, у меня, по-моему, такого не бывает. То есть я обязательно выверну руку так, чтобы она не грохнулась с нее. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Нес! Монос! Хасечка. Хочу у нас. Давайте посмотрим, как она среагирует. Собственно, норм. Чё? Бежать будем, нет? Эй. В общем, ассимилированы. Знать бы ещё, что это означает. Но, да. Проверим вторую, ассимилировано, нет? Асимипрыгована. Никак. Не буду затягивать видео. А ты куда полезла? Да, не буду затягивать. Она вот прям вот сюда, вот такая хопа, и здесь, и вообще зашибись, и типа крыса. Вот. Хасёнышка, ты вообще красава. Итоги. Подводя итоги, собственно, что сказать-то? Да, как бы, ну, очередная реклама, в этот раз уже, девочек курских. Сегодня их заодно отфотографирую и, наверное, сегодня-завтра создам уже тему на пристройство, где помечу, кто забронирован, кто не забронирован. Там сможете посмотреть, выбрать все такое, да, как бы, и написать, если хотите взять кого-то. Естественно,
просто так никто это не получит. Анкета, все дела, ну, с очень чином, да. А с вами был, как всегда, Рос. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Я не сюсюкал, но любите крыс и всем пока.